Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Так как сейчас сезон молодой капусты, давайте вместе с вами приготовим один из вкуснейших рецептов. 4 маленьких кочана капусты, вес 250 грамм одной штуки. Доводим до кипения в подсоленной воде. Капусту варить не нужно, опускаем в кипящую воду всего на 2-3 минуты. Кладем ее на блюдо и даем остыть. Тем временем нарезаем небольшими кусочками кабачок, отправляем на сковороду с растительным маслом, по вкусу добавляем соль и перец. Нарезаем одну луковицу и натираем на крупной терке морковь. Все отправляем в сковороду. Накрываем крышкой и готовим минут 10, периодически помешивая. Начинку для капусты вы можете взять любую, к примеру, грибы поджарить с луком и морковкой или куриное филе с овощами. Когда овощи будут готовы, добавляем 2-3 столовые ложки сметаны, перемешиваем и выключаем. Остывшую капусту разрезаем пополам, кладем на противень. Противень я застелила фольгой. Выкладываем нашу начинку сверху на капусту и посыпаем мелко натертым твердым сыром. Сыр я взяла 150 грамм. Ставим заранее разогретую духовку до 180 градусов на 10-15 минут, в зависимости насколько румяную корочку вы хотите получить. Когда приготовите, не забудьте написать свой отзыв. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. Всем приятного аппетита и до новых встреч!